Добрый день! Сегодня мы продолжим тему морских свинок. Я расскажу вам о том, что приготовили производители для снижения веса морских свинок. Они же такие обжорки и, как правило, малоподвижный образ жизни ведут, так как они находятся, в общем-то, в ограниченном пространстве. И для того, чтобы ваше животное не страдало ожирением, существует много различных способов от этого избавиться. В частности, вот, например, вот такое вот кольцо. Чем оно хорошо? Оно, во-первых, очень большого размера, и морская свинка достаточно будет чувствовать себя комфортно. И в то же время она будет не бегать по квартире, а вот нарезать круги в этом колесе. Кольца бывают разных размеров. Наш производитель приготовил для всех видов грызунов различные колечки. Вот такие колечки есть, которые мы можем накручивать в клетку. Но это для мелких грызунов, для хомячков. Они очень удобны, потому что не занимают много места. И для различных хомяков, то есть для сирийцев одного вида, для джунгариков другого вида, вот такие колесики, которые накручиваются в клетку. Они достаточно удобны. А еще есть другого вида колесики, которые, даже не колесики, скорее всего, а шары, которые тоже способствуют нормализации веса у грызунов. Вот здесь оно представлено в коробочке, здесь вот оно уже в сборе. Самое интересное, что хомяка можно запустить вот сюда и пустить по квартире. И то, что вы наступите на это, вероятность снижается к нулю. Для морских свинок, конечно, нужно покупать шарика побольше, потому что сюда она просто не уместится. Вы знаете, бегающие хомяки, вот таких вот шариков, достаточно забавочное зрелище. Опять-таки же у родителей освобождаются и руки, и свободное время. Если видео вам наше понравилось, пишите нам в комментариях, задавайте вопросы. Мы с удовольствием вам ответим. До новых встреч!